України совершенно бесплатно можно полетать. Уважаемые велосипедисты, просьба дать возможность пройти с правой стороны по тропинке людям, пешеходам. Дайте мой домой! Сейчас, вот! Давай, нет! Да! Что ж ты втыкаешь? Ну, где-то человек 50 точно есть. Отлично, отлично, Слава. Сура тянет. Немного, минута. Оп, 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 оп. Да, можно сбоку, только открой, стекло открой. Лидерам привет! Давай, давай, Андрюха, давай! И ты, Андрюха, тоже давай. Оба Андрюхи давайте! А гений крикнул это слово. Есть! Молодчега, Андрюха! К столику давай! Хорошо, сработали, отлично! Кому давай? Ёлы-палы! Тихо-тихо! Сядь, выпрями ноги! Выпрями ноги! Икроножная? Судорога где? Здесь. Минута славы. Слушай, когда тебе что-то говорят. Да. Андрюха, теперь у тебя минута. Слышу. Внимание, минута славы. А сегодняшние погодные условия как-то повлияли? Очень сильно. Очень сильно. Попутно как бы особо не ощущался. Раздражало то, что боковой встречный менялся. Было где-то моменты даже мелкие градусы. Нельзя сказать, что было легко, но, в общем-то, предсказуемо со второй половины дистанции. На первой половине дистанции были нюансы, а на второй половине дистанции все стало предсказуемо. Андрей сделал Андрей гладкий. Ну да, решающий, да. Вот. А Сурковича осада всего лишь у него переложились, поэтому... Вот, собственно, это не их запланировано. Они реагировали. Проколы были? У Шикеры был прокол. Обменяли колесо. Можно, наверное, поздравить с успехом большим, да, Андрей? Ну, для него, да, это важно. Для него это было важно. Он это сделал.